Для того, чтобы лето не стало временем, потраченным впустую, а было наполнено запоминающимися для детей мероприятиями, напряженно работают все заинтересованные службы. Сотрудники сельского дома культуры «Анастасиевский» не дают скучать станичной детворе. До 100 ребят посещают летнюю досуговую площадку при Доме культуры. Здесь их ждут и к их приходу готовятся, чтобы сделать времяпровождение школьников интересным и полезным. Я озорная веселинка и задорная игринка. Рада видеть вас на нашем замечательном празднике. После отгадывания загадок, которые не стали чересчур сложными для детворы, пришло время для мастер-класса по работе с воздушными шарами. Все ли знают, что обыкновенный воздушный шарик в ловких и умелых руках может превратиться в милую собачку, геометрическую фигуру или даже в невероятный цветок? Были бы фантазия и желание воплотить задумку в реальность. Мне очень нравится в Доме культуры. Тут различные игры и очень интересно. Здесь была хорошая программа. Мне очень здесь понравилось. Мы хорошо провели время. Самодеятельные таланты, певцы и танцоры порадовали собравшихся своим искренним искусством. Большой интерес у всех ребят вызвало шоу мыльных пузырей, в ходе которого пузыри то осыпались небольшими серебристыми шарами, то послушно опускались на руку, и самый большой пузырь даже смог закрыть смельчака на сцене с головой. Все эти номера детвора встречала горячими аплодисментами. Стараемся сделать, конечно, летнюю кампанию интересной, познавательной. И в каждом мероприятии, будь то совсем маленькая выставка, либо викторина, или какой-то большой концерт, стараемся вложить всю душу и какую-то изюминку, потому что дети сейчас достаточно много у них возможностей для развлечений. Мы, как сельский дом культуры, стараемся внести свою лепту. Программа у нас очень разнообразная, от спортивных до развлекательных, познавательных, декоративно-прикладных мастер-классов. Приглашаем специалистов различных уровней, детских врачей, полицейских, для того, чтобы нашим деткам рассказывали о правилах дорожного движения, о том, как нужно вести себя в летний период. Но дети с удовольствием ходят. В завершение развлекательной программы все дети получили мороженое, что, конечно, их порадовало. Юные анастасиевцы в Доме культуры не только отдыхают, но и узнают много нового. Эти полезные знания расширяют их кругозор. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».